День вечер добрый, дорогие подписчики, с вами Герман и Ванёк. И сегодня мы играем в русскую рулетку. Короче, объясняю правила. Мы нашли старый фотоаппарат, как кодек, короче, который еще пленочный туда-сюда. И единственное, что в нем работает, это вспышка. Вот, мы сейчас и засунули... Куда? Он работает. Ну, я не знаю, работает он или нет, но у нас нету пленки в любом случае. Короче, дело в чем. У нас тут стоят плохие батарейки. Вот, почти что севшие. Тут, как Ваня говорит, есть конденсатор, который на вспышку подает напряжение. Вот, из-за того, что батарейки плохие, конденсатор долго накапливается. Вот, и поэтому мы сейчас будем, короче, по очереди в ебальник себе щелкать... Короче, ну, кому не повезет, того ослепит. Он слепит пиздец. Так давай сначала первый выстрел. Давай, первый стреляем. Короче, вам а потом... ебальник сразу. Давай. А-а-а. Не сработал. Давай. Вот, конденсатор работает. Носа слышит. Ну. Он не работает. Да похуй, он накопится, давай. Кто первый? Сука. Еще вот эту хуйню нужно покрутить сначала. Блять! Короче, нахуй, это самая лучшая русская рулетка. Главное, безопасная почти. Я правда вас не вижу, господа подписчики. Я, кстати, не знаю, она настолько быстро щелкает вспышкой, что, возможно, давай. Возможно, типа, вы на камеру ничего не увидите, но на самом деле она ебашит пиздец. Ебать ты моргаешь. На глазах просто не пойми какие. Фу, блядь, пятна желтые, я уже очень плохо вижу. Нет, конденсатор работает. Да, ебать пятна просто желтые. Блять. Короче, пока что 1-0 Ванькину пользу. Давай. А, блядь! Давай до скольки играем? Давай до трех. Да похуй. Главное, чтобы батареи хватило. То есть, знаешь, когда он перестает ебашить... Ну лучше не слышать дерево. Пока ебашит. Короче, ребята... Это наш новый канал, или старый, я не знаю, куда я залил это вообще все, или может Ванька это зальет. Но в любом случае, пожалуйста, подписывайтесь на нас и предлагайте какие-нибудь свои предложения о видосах в комментариях. Это страшный пиздец. Блять, она не шуршит уже. Блять. Я надеюсь, что он сел. Я надеюсь, да. Не бой, так близко еще поднять. Заебись. Мне-то бояться нечего. Я хочу выиграть. Я не хочу больше слепнуть от этой хуйни. Нет. Да, и, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, это не вредно для глаз, а то... А уже поздно, блин. Не, ну мы просто так больше не будем тогда, если это не вредно. Трэш латонов начинает. Как можно было до этого додумать? Просто, блядь. Я хочу, чтобы тебя ослепило, блядь. Короче. Сейчас 2-1, да? В общем-то, Ванька приехал с севера, вот, поэтому мы с ним свободны, мы будем сейчас всякую хуйню записывать. Вот, так что видосы... А, блядь! Видосы будут выходить часто. Блядь, блядь! Парниш, ты чего, нормально? Я не вижу вас, парни. Короче, подписывайтесь на канал. С вами был Герман и... Ванёк. Давай их ослепим под конец. Я тоже вот хочу, но он конденсатор. Я даже не знаю, типа... Будем ждать. Закончим, когда, короче, фотоаппарат накопится. Или нет? Что, накопилось? Давай, щелкнем напоследок. Пока, парни.